Велосипедисты в индийской Калькутте пытаются отстоять свое право езды на велосипеде по улицам города. Ранее полиция запретила передвижение на этом виде транспорта на 38 основных городских дорогах. Мы группа велосипедистов, и мы здесь, чтобы протестовать против запрета езды на велосипеде на 174 улицах Калькутты. Мы здесь от имени велосипедистов, не только спортсменов. В Калькутте, в отличие от большинства других городов, никогда не было специальных велосипедных дорожек. Как сообщают индийские СМИ со ссылкой на дорожно-патрульную службу, запрет введен с целью обеспечить беспрепятственное движение более быстро движущемуся транспорту, а также из-за опасений, что велосипеды могут быть использованы для размещения бомб. Велосипедисты, в свою очередь, говорят, что помимо проблемы экологии, новые меры также сильно ударят по многим, включая сферу услуг. Этот запрет затрагивает многие сферы услуг, включая доставку газет и молока, курьерскую службу и доставку еды. Все они участвуют в этом митинге. Как сообщает индийский веб-сайт Greenpeace, Калькутта – единственный крупный город в Индии, где на велосипедах ездят больше, чем на машинах. До запрета жители города ежедневно совершали в общей сложности около 2,5 миллионов поездок на железном коне.